Привет, друзья! Ну что, насмотревшись всяких видосов про Алиэкспресс, я тоже заказала. И мне пришла мега огромная посылочка. Сейчас посмотрим. Гардероб очень. Вау! Посылочка. Еще посылочка. Вот, отложим. А посылочки. Еще посылочка. Отложим. А посылочки. Еще посылочка. Отложим. А тут просто что-то все одно. Так, вот первая. Она какая-то поврежденная. Сейчас вскроем. Какая-то коробочка внутри. Ой, две коробочки. И инструкция. Этикеточка. Я просто догадалась, это должны быть какие-то лампочки. Но коробочки помятые. Просто жуть. Просто жуть, какие они помятые. Ну что ж, смотрим, что в этих помятых коробочках. Лампочка. Сейчас потом проверим ее. Крутим светильничек. Проверим, работает лампочка или нет. Поломана. Почему поломана? Смотри. А, вот. Муж говорит, помятая. Ну и видно, вон какой-то помятый кусок. Да, кусок сломан. Вторая. Интересно. Вторая целая. А у этой? Вот она, помятость. Но лампочки работают, светятся. Даже вот эта помятая вкручена, она светится. Так, ну что, с лампочками разобрались. Работают, можно быть спокойным, честно, испугались. Скрываем следующую посылочку. А, я знаю, что это. Это я маме заказала. Мама рыбачка. Вот они. Силиконовые. Какие-то червячки силиконовые. Как раз мама в пятницу поедем в гости. Вот тебе червячки. А вот это вот в рыбацком магазине. Но глазки. Глазки для вязания игрушек. Для себе, для творчества. Почему-то в творческих магазинах глазки дороже, чем... Чем муж подсказывает. Симпатичные маленькие глазочки для игрушек маленьких вязаных. Так, это мамин подарок будет. Ну и... Это к лампочкам инструкция. И вот страшно замотанная, перемотанная скотчем какая-то посылка. Сейчас тоже вскроем. Варварски вскрыла пакет. Это не тряпка, это рюкзак. А у меня с купонами по мега супер скидке достался. Ой, вообще, сейчас я вам, наверное, крупноплановый сниму. Вот такой. Так, сейчас я вам покажу поближе. Вот. Вот такой рюкзак. Муж мне помогает. Он вообще был заявлен. Честно, когда размеры они написали, что 15 на 15. Вот так вот. Я думала, небольшой рюкзачок и 30. А ну уж длину 30. Но он реально большой. У него куча кармашков. Тут простой, тут замыкающийся кармашек. В кармашке отделение. Крючочек для чего-то, не знаю, для чего крючок. Большой отдел. В большом отделе
большой карман еще. Еще и он вот так вот продлевается. И сюда, наверное, литровая, а может быть и полтора литровая банка воды поместится. В общем, мега хороший рюкзак. Я потом напишу, сколько он стоил. Где-нибудь там, когда буду монтировать видео, я нарисую цену. Потому что он мне достался по скидочкам. Вот такие вот замечательные посылочки с AliExpress. Раз уж недавно было видео про то, как я использовала, применяла вот этих бабочек, полученных через AliExpress, сейчас я вам покажу, что еще пришло. После зимней распродажи начинают приходить много-много разных подсылочек от AliExpress. Это вот одно рукодельное у меня было заказано. А вот, ну, конечно, это уже не распаковочка, это уже готовое. Присылают вот такие вот наборчики для самостоятельного собирания в стиле алмазная вышивка брелочков. Вот так вот они выглядят в готовом виде. Я потом прикреплю фоточку, как оно выглядит в разобранном виде. Вот такие вот симпатичные двухсторонние брелочки для рукоделия. И еще через AliExpress заказала купальничек. Но заказывала его не ради купальника, а ради верхней части. Очень красивая. И качество не тоненькая тряпочка, а достаточно плотная, не знаю, как они, лайкра, или как ее назвали, эту ткань. В общем, тут написано. А, да, лайкра. Очень красивый, яркий купальничек. Ну, обязательно читайте комментарии, там девочки пишут реальные отзывы. Так что пока в покупочках не разочаровалась на сайте. Ну что ж, а впереди будут еще распаковочки. Ну а пока монтировала предыдущие кадры, пришла еще одна посылочка, в этот раз с резиночками. По качеству очень приятная, но, к сожалению, почему-то 48 штук вместо 50 заявленных. Желаю всем приятных покупок и до встречи в новых видео. Пока-пока!